озвучить любимца публики Веремата Линдстрёма, который пока по-прежнему остается 30-м. У Васильева 28-я позиция, у Примоша Пикля 29-я. Радик Жапаров. Там еще два опасных немца, конечно, Шпет и Хокке. И есть! Есть, есть, есть! Жапаров сумел, сумел. Правда, техника, конечно, не выдающаяся, приземление мазанное. Но 113 метров. И таким образом все гранды поползли на ступеньку ниже. По милости Радика Жапарова в очередной раз в этом сезоне, проходящего тридцатку лучших. На 12-й позиции. Никогда так высоко не забирался Радик. Его помнят. Радик Жапаров. Лучшая первая попытка в карьере. Хороший разгон лыжи. Лыжи катят. Брависсимо просто. Ну что ж, личный рекорд состоялся. Может, я чуть-чуть поторопился. Я чуть-чуть поторопился на самом деле, потому что вы видели, что когда он покачнулся, ведь могло быть падение в зоне этого самого падения. Не дай бог, конечно, обострила бы старая травма, но вроде бы как последствия ее Радика ушли окончательно. Чуть-чуть разошлись лыжи на приземлении, но тем не менее, вторая позиция. Великолепно, великолепно. Молодец. Подобрался вплотную.